Итак, сегодня откроются 30-е Олимпийские игры. До сих пор все подробности торжественной церемонии держались в секрете. Сейчас в Лондоне находится наш специальный корреспондент Галина Полевая. Она узнала, как разместилась наша команда. Лондон в ожидании спортивного праздника. Через несколько часов начнется церемония открытия Олимпийских игр. В составе казахстанской команды на параде пройдет порядка 100 человек. Команда в очень хорошем настроении, солнечная сегодня в Англии. Это впервые вообще за историю, наверное, солнечная погода стоит. Погода алматинская, скажем, астанинская. Разместились все команды очень хорошо. Вчера наша команда, для нашей страны поднята наш флаг. Это официальная казахстанская команда заехала на Олимпийскую деревню. Казахстанская делегация довольна размещением в Олимпийской деревне. Все сделано для удобства спортсменов. Они живут по 2 человека в номере. В каждом есть телевизор. Настроение в команде приподнятое. Все в ожидании церемонии открытия. Накануне прошла генеральная репетиция, на которую попали счастливчики. Джеффри работает волонтером в казахстанской команде. Он уже оценил грандиозное шоу. Я не видел на моей жизни такая красивая, такая интересная, такая горячая шоу. И я думал, что в пятницу вечером все должны посмотреть. Это будет самый лучший много лет. Билеты на генеральную репетицию были бесплатными. Ну а сегодня зрители заплатили за вход на главную арену 2012 фунтов стерлингов. Церемония открытия начнется в 20 часов 12 минут. Англичане, так же как и китайцы, нашли свою магию цифр, и связана она с 2012 годом. Галина Полевая, Хасен Амаркулов, Хабар, Лондон.